Для диспансеризации в 2019 году выделен выходной день. Пройти диспансеризацию в 2019 году станет проще. Работнику полагается один дополнительный выходной день для ее прохождения. Лицам предпенсионного возраста – два выходных дня. Законные выходные будут оплачены. Пройти плановое обследование может как работающий человек, так и временно нетрудоустроенный, а также студенты. Для этого необходимо приготовить паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Программа диспансеризации включает несколько этапов. На первом скрининговом этапе специалисты делают выводы в отношении группы здоровья человека от первой до третьей. К первой группе относятся практически здоровые люди, не имеющие какие-либо отклонения в состоянии организма, не страдающие хроническими заболеваниями. Сюда же входят представители взрослого населения с небольшими отклонениями артериального давления, не влияющими на общее самочувствие. Узнать, можно ли пройти диспансеризацию, достаточно просто. Для этого возраст следует разделить на три. Если число делится без остатка, человеку нужно пройти диспансеризацию именно в этом году.